Мы сейчас стоим на перекусе, решили немножко порыбачить и перекусить. Но я пока расскажу, как у меня тут все устроено. Сейчас немножко все изменилось по сравнению с тем, что было. Вот, ну, основное все, концепция осталась. Сумки у меня на окнах закрепляются. Канистра катается здесь же. Ну, сейчас отпущено, потому что ковырялись. Вообще, вот она прижимается туда, к стеклу. Вот, наверху сетка. Вот так, наверное, получше. Сетка одна, которая специально для патруля сделанная. Вот это. Там дальше сетка универсальная. Она натягивается за ручки. Вот здесь катается сейчас верхняя одежда теплая разная, кофты и дождевики всякие. Вот там подушки, спальники. Здесь кухня, как бы условно кухня, потому что мы не любители сидеть тут часами шинковать капусту, варить борщи и прочие радости. Я считаю, что это дома всему этому место, на природе. Надо быть на природе. Вот. Ну, здесь вот у меня такой комод. Там консервы, баночка, а во втором отделении скотч. Вот скотч самое главное. Лучше его взять, он не пригодится. Так можно там, не знаю, замотать что-нибудь, колесо прикрутить. Вот. Ну, тут плитка выезжающая на таком. Сейчас экран соберу. Вот так. Туда заезжает и вместе с плиткой туда прячется. Вот. Это из старого. Что нового появилось, это вот этот вот столик. Ну, он первый. А в основе панель. Где бы тут увидеть-то, ее вся завешена. Вот она, моли-панель. Моли-панель висит вместо штатной обивки двери. И на ней такая вот система крепления. Сейчас поярче чуть-чуть. Четыре подсумка, они размером под газовые баллончики. Ну, конечно, все-таки сейчас по поездке понятно, что баллончикам тут не место. Здесь лучше размещать какие-нибудь ложки, вилки, запасы, макароны, салфетки или одноразовую посуду, ну и прочее. Вот, потому что баллончик ты все-таки меняешь раз в два дня. А за едой, вернее, за посудой лазишь постоянно. Вот эти вот подсумки для бутылок с водой. Они изначально были придуманы мной. Но очень хорошо возить в них консервы. Консервы и вот всякую вот такую мерзость. Нет, это не это. Вон она. Господи, с кем я езжу, а? Накупили, вот заехали в магазин, терпели 3 дня, заехали и не выдержали. Набрали вот этой дряни. Тут у нас недоеденная утка. Вот так. К этой же панели крепится столик. Буквально вот на, все на таких вот растяжках. Резкость давай. Все за ячейки, то есть сам верхний ряд ячеек, зацепляется вот это крепление, сюда же потом, когда складывается, вот так фастексом пристегивается просто и держится. Снизу то же самое, сейчас попробую показать, вот оно. Они абсолютно одинаковые, что сверху, что снизу. Тоже отцепляется, и столик можно снять,
Вот он обычный, ничего с ним не поменялось. Вот единственное, что пришлось доработать, это вот этот болтик. Вот здесь вот пластиковая штука вот такая есть. Сейчас поярче попробую. Нет, не получается. Ну вот вроде видно вот по центру. Вот здесь вот пластиковая. Чтобы вот эти вот крючки туго ходили. Вот ее пришлось срезать, чтобы зацепиться карабинчиком вот этим. Все, все доработки. Все остальное, вот это вот, ленточки ставятся быстро и легко. Я прям... Мне очень нравится, в общем, такое решение. Всегда можно снять, всегда можно убрать. Он никогда не ездит с тобой в городе, когда он тебе совершенно не нужен. Подсумки, соответственно, тоже можно в любое время снять, потому что там крепления моли. Они сидят очень прочно, но снимаются буквально там несколько движений. Ну, движения надо, да, такие осознанные. Просто так их тоже не снимешь. Вот. Здесь, на этой двери тоже панель. Есть топор, лопата и вот такие вот подсумочки висят еще. Здесь кофе поместился растворимый. Здесь вот всякие жидкости, фейри. То, что вот оно рассыпано и валяется по всей машине обычно, сейчас лежит аккуратно. Тут вот для топора есть резинка такая специальная. Вот так. Прижимать его, чтобы не болтался на кочках. Тут свет. 10-ваттная фара китайская. Вот, кстати, по поводу кофе. То есть вот в таком подсумке для джетбойла удобно помещается турка. И каждое утро можно легко сварить кофе. Да хоть утро, хоть обед, хоть вечер. Без проблем. Вот так. Как бы основные консервы, которые сейчас, которыми пользуемся, они лежат здесь. А хорошая сумка лежит вот здесь. Это сумка для бутылок стеклянных. Она мягкая, с уплотнителями, чтоб не бились. Ну, консервы здесь тоже очень хорошо живется. Не гремят. Я к ней просто ручку приделал вместо ремня. Вот такой вот быт. Есть еще маркиза. Открываем ее, когда дождь идет. Но сейчас она закрыта. Ну вот такой вот она занимает объем. То есть ее почти не видно. В зеркало она совершенно не мешает. От сетки вот вещи висят ниже, чем она. А если ее открыть, распустить, получается занавеска. И с утра солнце не светит в окно. Вот, еще новинка интересная. Вот такой рюкзак. Рюкзак для мусора. Уже наполнился. Долго мы его наполняли, но он все-таки наполнился. Там пакет. Ну, надо раскрутить, просто скручен, чтобы ничего из него не высыпалось. Вот, и катается с нами и по грейдеру, и по трассе, и в дождь, и в ветер. Нет проблем ни с одноразовой посудой, ни с консервными банками, ни с прочим. Ничего не надо закапывать, ничего не нужно увозить в ближайший населенный пункт, искать там мусорки. Загрузили, и это можно даже домой привезти, дома выбросить в родную помойку. Все.
Это все штучки пока что. Рыба есть? Нету? Нету тут рыбы. Зато поели. Все. Счастливенько.